Одной из самых страшных ситуаций, в которой могут оказаться люди, это пожар в их доме. Самый основательный дом сгорает за считанные минуты. Чаще всего у жильцов нет возможности думать о спасении вещей. В подобной ситуации оказалась семья Горовчук из города Харциск, в которой трое несовершеннолетних детей. 28 марта утром рано, с 8 до 8:30 где-то в это время, мы ушли на работу уже. Сын оставался дома, был с ночной смены, пришел. Вот, были в доме. Пожар произошел в веранде, поэтому не заметили сразу. Какая причина? Причина – возгорание проводки. Но власти Донецкой Народной Республики в таких ситуациях не остаются в стороне. Депутаты Народного совета ДНР Елена Мильник и Екатерина Мартьянова оказали помощь пострадавшим от пожара в виде продуктов питания, одежды, средств гигиены и игрушек. У людей случилась беда. Мы не могли не отреагировать и приехали, собрали всякую помощь, потому что у них трое детей. Помощь была передана в рамках проекта «Забота». Это наш проект с Екатериной Геннадьевной Мартьяновой. В этот проект входит забота о людях, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию, о детях, которые нуждаются в заботе, о стариках, о пенсионерах. По словам Екатерины Мартьяновой, власти ДНР продолжат оказывать помощь людям, попавшим в беду. Я думаю, что и будут предоставлены строительные материалы, и непосредственно трудовые коллективы, где работают сами семья, которая оказалась в такой ситуации. Наша республика, она богата неравнодушными гражданами, которые не могли остаться, пройти мимо такой беды. Конечно, им придется строить дом заново. Я им пожелала, конечно, терпения, сил, возможности восстановить дом. Мы очень всем благодарны. Сейчас расплачу. Всем очень большое спасибо, что не оставили нас в беде. Каждый из нас может оказать помощь, и даже небольшое участие будет не напрасным и очень важным для пострадавших, которым приходится выстраивать свой быт с нуля. Дарья Черничная и Илья Летодиани, Новороссия ТВ.